Привет, друзья! Вы смотрите Банальный ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы продолжаем играть в Besiege. Сегодня я решил, так сказать, посмотреть, какие есть карты в мастерской. Ну, сегодня, скорее всего, будет одна карта. Это, короче, такая карта. Здесь тест подвески, различный тест подвески. Так, подожди, ну, то есть здесь всякие горы, вот там вот всякие дорожки, короче, типа, неровные. Плюс там еще какая-то есть горочка, не вижу на самом деле. Да, если мы там... Ну ладно, потом посмотрим, начнем вот с этих гор. Смотрите, у нас есть антигелик, ребята, антигелик есть и здесь. Ну вот что-то фары немножко, ну я, видимо, что-то не до конца докачал. Когда замедляешь, лагает намного меньше, мне там кто-то написал это. Ну блин, я так понял, что мультиплеер... А, нет, можно, это хорошо. Смотрите на скин, то есть вот он вот так вот выглядит, а если так, опа. Ну реально антигелик, смотрите, вообще круто, по-моему, вообще круто. Так, давайте мы посмотрим, как у нас... Мне, конечно, так, конечно, он лагает. Посмотрим, как у нас вообще ездит. Вот... Есть такой антигелик, потом посмотрим еще какие-нибудь машинки, будем проверять их на прочность. Но видите, у антигелика слишком мало FPS. Ой, блин, ну что-то он вообще, не крепкий. Давайте попробуем хотя бы на, не знаю, на 90 вот так вот. Может, меньше лагать будет. Ну, чуть-чуть поменьше лагать. Но вот так им управлять, конечно, менее удобно на замедлении. Блин, ну что-то подвески тут, походу, не поработал, чувачок. Все, уже минус колесо. Да, антигелик. Антигелик, конечно, вообще, ой, вообще не тащит, друзья. Так, давайте еще последний раз. А давайте, подождите, я хочу... Как вот нам вот туда? Ага, все, поехали. Давайте посмотрим подвесочку. Просто будем ехать прямо. Можем камеру поменять? Походу нет. Так, едем. Ну, пока вроде нормально, хотя на самом деле непонятно. Ну, конечно, колбасит ее нормально. Так, давайте мы камеру повернем. Нормально она так прыгает. Но здесь не самое сильное. То есть там справа вообще жестко. А так, в принципе, нормально. Так, давайте посмотрим, что у нас вот здесь дальше. Даже самому интересно. Ага, здесь типа так, через раз, короче. Левая, правая. Ну, тоже интересно. Давайте по маленьким хотя бы проедем. Блин, на самом деле он очень плохо поворачивает как-то. Ой, не-не-не, ну это все, это уже жесть. Ой, все. Так, давайте посмотрим, какие я там еще машинки поставил. Я какие-то еще поставил машинки сегодня. Новенькие. Так, вот я еще поставил, смотрите, Икарус. Давайте на Икарус посмотрим. Блин, ну Икарус топовый, согласитесь. Он, кстати, походу он меньше лаг. Хотя, блин, подожди. Блин, за границами, потому что он где-то не там, видите, появляется, и это очень плохо. Короче, ребят, не получается у меня его поставить, потому что он слишком какой-то большой, и типа в этом режиме почему-то не получается. Не знаю почему, в общем, напишите в комментариях, можно ли как-то, допустим, вот эти вот карты кастомные именно не в мультиплеере открывать, а в одиночной игре, ну то есть, где все доступно. Так, у нас есть вот такой вот автомобиль для оффроуда. Кстати, вот этот передок чем-то на восьмерку похож. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, как он ездит. Посмотрим, во-первых, как он у нас оптимизирован. Ну вот он. Вот он просто идеально оптимизирован. Так, давайте посмотрим, как он справится. Давайте вообще на полной скорости. Смотрите, вообще просто. Ну, у него подвеска, всем подвескам подвеска. Это, конечно, жестко. То есть он едет только так, только в путь. Блин, плохо, что нет звуков никаких. Нет никаких звуков, когда машина едет. Вот это очень странно. Так, давайте посмотрим, что у нас справа вот это такое. Дроп-тест. А, это... О, дроп-тест. Дроп-тест, это мы любим. Давайте, дроп-тест, это хорошо. А нам туда надо будет заезжать, да, именно? Такое. То есть, там... Нигде нельзя восстановиться, жалко. Хотя, может, можно. Просто это же мы уже едем. Давайте самого высокого, естественно. Естественно. Ой, там конец карты. Главное, чтобы мы... Тихо, сюда заехали. Ну, нормально заезжает. Не, вот этот автомобильчик, конечно, хорош. Дроп-тест это... Ребята, дроп-тест это то, что мы любим. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. О, вы видели, как он прям своим лицом ударился. Так, я хочу, чтобы он на колеса встал. Он может на колеса встать? Эть, что за брейкданс? Так, ну, давайте посмотрим. Да не ходи туда. Так, да, мы можем прямо здесь восстановиться, это очень хорошо. Давайте тогда попробуем сейчас несколько машин еще сбросить. Мне кажется, это будет очень интересно, я думаю, вам понравится такое. Вы же любите, когда мы бросаем всякие машинки? И я тоже это люблю. Так, чё бы. А, кстати, может быть, здесь получится этот... Карус. Пошел. Чего? Не понимаю, не хочет, короче. Икарус не хочет. Так, давайте Кадиллак Эльдорадо. Вот, так уже поинтереснее. Так, давайте Кадиллак Эльдорадо. Ну, мы, естественно, едем на самую большую. Блин, красивая машина. Что там написано? Дирт Кинг, король грязи.
Бля... Че за хрень? Че он так быстро разломался? Блин, давайте, ладно, давайте с этой маленькой, а то пока туда повернем, уже хреново будет. Так, нам главное аккуратненько. Что-то наваливает, кстати, вам скажу. Наваливает неплохо. Так, камера. Оба. Полетели. О, кстати, нормально, смотрите. Ну там на этой маленькой, она не такая уж, в принципе, сильно, не сильно дамажит, на самом деле. А если мы вот так вот врежемся прям? О, ёкарный баб. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, машинка. А, нет, еще ездит. Ну, смотрите, она так развалилась, прикольно. Не, ну ладно, это Кадиллак, что-то мне не хочется. Давай что-нибудь интересненькое возьмем. Что-нибудь более интересное. Тихо, бля. Что-нибудь более интересное. Что-нибудь более интересное. Давайте Сканию попробуем. Блин, ну Скания прям жесткая, смотрите. Что-то она очень... Что это такое? Она что-то очень сильно... Жестко как-то наклонена. Так, а на какую... Блин. На какую кнопку камеры? На F и на G. Понял. Поехали. На F от первого лица, на G... Типа задний вид, я понял. Ну, не, все равно не очень удобно. Так, давайте. Что-то... А что она так наклоняется вперед? Прям жестко. Как-то, я не знаю, то ли это недоработка, то ли это как-то... Да. Да, берем другую машину. Берем другую машину. Потому что эта машина какая-то очень странная на самом деле. Блин, что-то у меня горлышко побаливает. Прошу прощения, что я такой какой-то, может быть, тихий. Может быть, тихий. Поэтому прошу меня простить. Блин, давайте в следующей серии, если вот эта серия тоже хорошо наберет лайков, вы поставите много лайков, мы посмотрим на всякие самолеты, как они летают. Там есть еще какая-то карта, короче, прикольная, с какой-то башней или типа небоскребом. Мне кажется, это будет достаточно весело. Давайте возьмем вот эту вот. Надо на самый большой заезжать, потому что... Те маленькие, они практически не дамажат. А вот этот большой, он прям топчик. Ну, правда, нам туда не заехать. Это уже другой вопрос. Почему нельзя просто там сверху восстановиться? А, ладно, поехали проверим подвесочку, что ли, тогда. Кстати, там еще вдалеке что-то есть. Пойдемте посмотрим. Мы еще не все... Блин, интересно, на какой-нибудь машине получится вот на эту гору заехать самую высокую? Ну, мне кажется, у меня вряд ли получится. Да. А там что такое? Как будто аирдроп летит какой-то. Так, ладно, что у нас здесь? А, здесь типа камешки. Здесь типа камешки, я понял. Давайте проверим, как наш автомобиль. Кстати, что это за машина? Что-то вроде на что-то, на... кстати, с русскими номерами. На что-то она вроде похожа. Но я просто не помню название. Я как бы знаю, что это за машина, но название не помню. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ой-о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 й. Ёкарный бабай. Не, ну так, конечно, это было жестко. Так, я хочу что-нибудь еще скинуть. Так. Давайте молнию Маквин, что ли. Лол. Так, вот нельзя вот, чтобы она вот здесь вот была? Нет, нельзя, я понял. Молния Маквин. А как быстро, на какую кнопку можно оп нажать, чтобы время замедлилось? А то все время туда вверх нажимать не очень удобно. Блин, Маквин-то тащит. Так. Поднялись. Опа. Давайте время просто замедлим. Я хочу посмотреть, как она в замедлении. Блин, модель, кстати, очень качественная, на самом деле. Прям топ. Согласитесь. Ой, как она сейчас прям... Ой-ой-ой, друзья. О-о-о, молния Маккуин. А так, мы же можем вот так вот сделать. Да, блин. Да. Да, это было достаточно больно. Так, давайте мы еще посмотрим, какие у нас есть автомобили. Мы еще немножечко над ними как-нибудь поиздеваемся, да потихонечку закончим. Вот как... Подождите, вы что, я еще не обозревал? Так, Феррари, кстати. Значит, Феррари. О, Nissan Skyline GTR. GTR. А че он не синий? Нельзя ему цвет поменять? Как применить другой скин к машине? Ну, допустим, вот такой хочу. Ну, чтобы. А, может надо. А как выделить всю машину? Translate машин, click and drag, set машин and ground. Как выделить всю машину? Блин. Ладно, потом с этим разберусь. Давайте мы Skyline наш поразламываем немножко. Потом еще подвесочку надо проверить. Ну, капец, он валит, кстати. Он очень сильно валит. Что это за бред такой вообще? Надо, блин. Ну, он валит, конечно, жестко прям. У меня тогда же Bugatti Chiron. Так я и не узнал, как он правильно называется.
Только я знаю, что не на че, на ше. Ну, в общем, он даже так не валил, как этот ГТРчик. Так, давайте разгончика дадим. Капец, он занизился. Так, пойдемте проверим подвесочку. Так, друзья, вот мы на этом тесте подвески. Но на самом деле здесь, ну это уж слишком. Но он геттер слишком низкий для этого всего дерьма. Так, давайте мы... Подождите, вот там левее я не был, по-моему. Правее я вот там был, а левее я там вроде бы не был. Что там у нас? Надо на самую маленькую, потому что это слишком жестко. Вот на эту. Вот тут геттер наш должен справиться. А, ну так здесь даже вообще не больно, в принципе. Вообще, в принципе, не больно. Так что давайте попробуем хоть вот так влететь сюда. Ты-дыщ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте, ребят, мы на этом все-таки уже будем потихонечку заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свой большой палец вверх. Пишите какие-то свои комментарии касательно Besiege. Что здесь можно поделать, что можно поснимать и все в этом роде. Тогда новая серия по Besiege не заставит себя долго ждать.